Добрый день, уважаемые подписчики, гости моего канала, заглянувшие. Сегодня 28.12. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. И мне пришла вот посылочка. Посылочка пришла от братьев-китайцев. И как бы я уже по своему опыту должен ее вскрыть на камеру, чтобы все это запечатлеть, потому что у меня уже была одна проблемка с камерой наблюдения, она не работала. Ну, слава богу, как бы мне повезло, я смог отсудить назад деньги. То есть, вот пришла мне посылочка, не буду знать чего, еще пока не знаю чего, с Китая. Я заказывал, как бы у меня там 3 или 4 заказа, какой заказ пришел, неизвестно, там по номеру. Ну вот, сейчас вскроем, посмотрим. То здесь, а здесь у нас упаковочка неплохая, пупырочка, что-то маленькое. Ага, догадываюсь. Так, это у нас реле Sanoft, реле для включение-выключение по Wi-Fi, то есть беспроводная релюшка управления. Таких у меня еще не было, это у меня первое, и как бы буду пробовать, что с этого получилось. То есть заявленная стоимость у нее была 10 ампер. Да, тут написано 10 ампер, то есть 2200 ватт. Напряжение 90-250. Но все остальное пока непонятно. Написано по-китайски. Ну ничего, разберемся в процессе. Мне самое будет интересно, чтобы она подключилась по Wi-Fi. Чтобы она работала, включала и выключала. Вот такие вот болтики крепления какие-то. Сейчас посмотрим. Я думал, конечно, она размерами больше. Релюшка эта. Но она как бы небольшая, аккуратненькая. 10 ампер, конечно, нежелательно на нее давать напрямую. Насколько я знаю, все это быстро вылетает. Ну, ампер 5 можно давать. Или через какую-то еще аппаратуру коммутационную тоже можно поставить, чтобы силу, можно любую включать, можно и 10 киловатт включать, если еще задействовать одну релюшку. Значит, вот здесь вот крышечки. Сейчас попробуем как-то. Ага, открывается так. Это тоже. Это болтики отсюда. С крышечки. Значит, вход и выход. А где вход, где выход, я не понял, конечно. Никаких инструкций. Сейчас посмотрим, какая инструкция здесь. Есть инструкция. Будем все по инструкции делать. Хотелось мне такую релюшечку иметь. Я ее заимел. Но дай бог, чтобы она работала. Это какая-то типа визитки непонятная. Нормально. Чтобы работала нормально. Так, есть. Здесь приложение, которое надо скачать. Вот оно, одно и второе. Я его скачаю на телефон. Потом подключу. И что с этого получится? Ну, то есть подключение, как и сам процесс подключения, я показать не могу. Так как у меня камера, это есть телефон. Телефон, это есть камера. Сейчас я снимаю на телефон, на свой. И... Так, есть 90-250S, вот куда. Да, вот на эту сторону. Вот сюда, где галочка стоит, с этой стороны. И тут надпись еще есть. Ну, то есть, все понятно, все достаточно понятно. Красный, синий провод, или вентилятор, или... светильник, что угодно можно сделать. То есть сейчас я разберусь,
с этим делом. Попытаюсь подключить и покажу, как оно как бы как работает. И мне самому пока интересно, не хочу занимать ваше время много. Тут все расписано, надо внимательно читать, скачивать приложение. То есть так, крылюшка эта стоит, по-моему, 3 с чем-то доллара. То есть, ну, от нее будет больше пользы, если она будет нормально работать, чем заплатил, конечно. Сейчас я пока сделаю паузу, буду разбираться. Так, друзья, разобрался я с этой крылюшкой. Недолго времени у меня заняло это все разбирательство. То есть все это быстро, все логично, все пишется, что надо сделать. Единственное, было у меня маленькая заморочечка, минут на 5, наверное. Наложение. У вас включено наложение, отключите наложение. Не мог я разобраться, пока не перезагрузил телефон. Перезагрузил телефон, сбросил все это. Все заработало, подключилось, кнопочку подержал. Раз, появилось приложение, в приложении появилась именно эта релюшка, включается, выключается, но опять же, я вот тут, наверное, уже минут 15 бегал и во двор выходил, и все прямо классно работает, включается, выключается, и Wi-Fi, и по интернету отлично работает. То есть, в ней, в этой релюшке, очень много функций, то есть, в течение, там, допустим, года можно полностью выставить там целый сценарий, включить, выключить, цикличное включение, сколько раз, какие часы, минуты, там куча всего, это надо с этим разбираться полностью, потому что я сразу не смог как бы все сразу охватить. Вот сейчас я включение-выключение и посмотрел, какие там есть функции. Очень много функций, очень хорошее приложение, все написано по-русски, все понятно, все отлично. То есть, вот это я подключил, наколхозил то, что у меня было, вилочка вот эта вот временно, подключил сюда питание, чтобы проверить. И вот эту вот гирляндочку подключил новогоднюю, чтобы как бы не бегать там светильники, все это дело. То есть, работает отлично. Отлично, я доволен, потому что я как получил, боялся, потому что у меня проблема была с камерой. Я ее подключал, блин, 2 недели мучился. А то и 3 недели подключал, постоянно туда-сюда, ну никак, то меняю, это меняю, провода, думаю, может быть, что-то такое, Wi-Fi поменял уже, роутер, вернее, поменял, ну никаких делов не получается и все. То есть, вернули мне деньги, как я говорил, за камеру, видеокамеру наблюдения, я заказал уже другую, должна вот-вот на днях прийти, но за эту я боялся, что, не дай бог, и с этой будет такая же самая участь. Слава Богу, все отлично, все хорошо. Очевидно, я когда первый раз заказывал эту камеру, у меня, ну не знаю что, но так попалось. Вот, все удачно, все работает, все прекрасно. То есть, советую я, друзья, советую, вот от души советую, классная вещь, отличная вещь, и стоит недорого, и функций много, и насколько вот тут удобно, приятно, вот где-то там на работе, где ты не находился, в любой точке мира, и ты можешь что-то включить, что-то выключить, посмотреть, включено, выключено, написать сценарий, там, когда включить, когда выключить, когда что сделать, супер, отлично. Одно, что я еще думал, что-то не знаю, что в ней еще есть, может, я не нашел этой функции, как бы было вроде сказано, что есть, как бы вот она считает, сколько потрачено ватт, киловатт в час, и тоже можно посмотреть. Но этой функции я пока не нашел, потому что там куча функций, и надо разобраться в них еще постепенно. Сейчас я вот как бы сделал, мне понравилось, отлично, включается, выключается, функций очень много, разбираться есть с чем. То есть эта релюшка работает, советую всем еще раз. И все, до свидания, всем как бы с наступающим поздравляю, всем хорошо отметить, чтобы у всех было счастье, здоровье, куча денег, куча желания и возможностей. До свидания. Всем спасибо за внимание.